Колпино уникальный проект по замене труб перешел в активную фазу. В двух микрорайонах города начали строить временный трубопровод. Как только горячую воду переведут на временную схему теплоснабжения, коммунальщики приступят к замене старых труб. Работы ведутся в квартале, ограниченном улицами Октябрьской, Тазаева, Тверской и набережной Комсомольского канала. Тяжелую технику увидят и жители домов на Павловской и улице Красных Партизан. Всего капитально отремонтируют 6 километров теплосетей. Тотальной замене подлежат и остальные коммуникации. Будут поменены тепловые сети, сети водоканала, то есть и водопроводные, и канализационные сети. И там, где необходимо, будут поменены электрические сети, в том числе внутриквартальное освещение. Петербургаз свои работы уже провел. Работы завершат в сентябре, а в следующем году вскрытые для замены труб земли муниципалы благоустроят. Местные жители уже окрестили проект коммунальной революции. И если проект пройдет экзамен на синхронность действий всех ресурсоснабжающих организаций, при этом будет финансирование, к 2022 году удастся обновить все подземные коммуникации Колпино.